если учитывать нынешние условия погоды, говорят, это не аномалия, а нестандартные, нетипичные или атипичные условия, то надо отдать должное тем, кто сумел, как у народе кажут, подцелиться, когда был небольшой минус, и заготовить горы вот этого снега и выложить трассу. Я, откровенно скажу, очень переживаю за это, контролирую практически каждое утро, мне докладывают, что сделано. Но сегодня я так решил неожиданно свою тренировку перенести сюда и посмотреть. Конечно, трасса разбита, сейчас уже ноль, поэтому тяжеловато, особенно для любителей. А спортсмены тренируются нормально. Мы сделаем трассу. Снега вон, видите, горы настреляли. Целый дивизион пушек стоит, и наших, и не наших. Поэтому, если дождя не будет, чемпионат Европы и этап Кубка мы проведем достойно. Не подведем международнику, которые просто нас попросили спасти их, потому что нигде нету снега. Они оплачивают полностью подготовку нашу. Ну, я же не считаю, что приедет сюда тысячи человек. Люди приедут, которые будут питаться, жить и в Минске, и здесь, как это было прошлые годы. Поэтому в финансовом отношении это окупаемо. Практически все и с большой прибылью, но для меня не это главное. Главное заявление руководителя IBU, что за то, что вы нас поддержали, спасли, фактически говоря, мы подумаем о том, чтобы в ближайшее время передать в Раубичи этап Кубка мира уже ведущих самых топовых спортсменов, которые сейчас сражаются на чемпионате мира в Анхольце.